Накануне в аэроарене состоялось чествование паралимпийской сборной республики. Наша команда достойно представляла республику в столице Удмуртии, где в конце июня проходили всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине бочи. В общекомандном зачете победителем стала команда из Москвы. На втором месте сборная Калмыкии, а замкнула тройку команда Саратовской области. Так, планомерная подготовка, которую вы осуществляете, пусть даже в таких условиях, когда у нас везде ограничительные мероприятия введены, это говорит о том, что вы сильным духом, что вы настроены на победу, что вы готовы прославлять Родину, Калмыкию своими победами. Ну и хотел бы, конечно, выразить слова благодарности тренерскому составу. Турнир собрал более 70 спортсменов из 19 регионов, в том числе паралимпийскую сборную России. Наш спортсмен, мастер спорта России Ачирбас Хамджиев, в индивидуальном зачете уверенно завоевал золото. В совместной игре со спортсменом из Нижегородской области занял третье место. Айса Тетеева стала лучшей в индивидуальном зачете и в паре с Авром Саранговым также заняла первое место в командной игре BC5. Кроме того, ребята подтвердили разряд кандидатов в мастера спорта. В начале июня паралимпийская сборная приезжали к нам на сборы. Мы с ними тренировались здесь неделю. Позже мы до выезда мы опять тренировались. И вот эти сборы нам помогли очень показать высокий результат. Пользуюсь случаем, поблагодарить, выразить благодарность нашему правительству, нашему министерству, администрации аэроарены и администрации республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта за то, что мы занимаемся в прекрасных условиях.